Ну, я знаю, что все поддерживают, поэтому даже и особенно и просить не буду. А поддерживают депутаты Улан-Удэнского горсовета расширение льгот на проезд в муниципальных автобусах и в трамваях. Сейчас льготный проездной доступен пенсионерам и школьникам, но уже с 1 марта за полцены абонемент смогут купить инвалиды 1, 2 и 3 группы, участники СВО и студенты-очники. Реализовано это будет через проездные билеты месячные. Ну, сейчас, пока, на ближайшие, по крайней мере, полгода. В дальнейшем мы рассчитываем, что оплата льготного проезда будет осуществляться через банковские карты. Льготные проездные на автобус можно купить за 750 рублей, на трамвай за 625. Количество поездок при этом не ограничено. Для покупки потребуется документ, подтверждающий статус, а также паспорт. Из других важных решений – новая процедура назначения председателя комитета по образованию. Раньше было достаточно пройти конкурс и быть согласованным мэром города. Теперь дополнение появилось после, ну, скорее всего, будет также конкурс, согласование, понятно, с мэром, и еще дополнительно нужно будет согласовывать с Министерством по образованию нашей республики. Еще одно важное решение касается Комитета городского хозяйства. Теперь он будет заниматься не только ямочным ремонтом, но и дорожной разметкой, а также установкой знаков. Дорж Себеданов, телекомпания АТВ.